Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет семей» за все годы своего существования всегда был на передовых позициях. В этом году коллектив и выпускники университета празднуют 70-летний юбилей. В связи с этим высшее учебное заведение посетил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек. Праздник, приуроченный к знаменательной дате, включил в себя ряд мероприятий. В рамках празднования 70-летия Медицинского университета семей сегодня начались торжественные мероприятия. Утром университет посетил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек. Председатель правления ректор Алтай Дюсупов поздравил коллег с праздником и вручил Саясату Нурбеку медаль за заслуги перед университетом. В своем докладе он отметил достижения и показатели университета. В течение 70 лет было выпущено, подготовлено свыше чем 30 тысяч выпускников, которые успешно работают сейчас не только в Республике Казахстан, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Среди них есть министр здравоохранения, академики Национальной академии наук, депутаты Сената парламента и просто высококвалифицированные врачи, которые занимаются улучшением здоровья населения, вносят свой вклад в развитие здравоохранения. В актовом зале с участием министра Якима города Нурбула Нурсагатова прошла торжественная церемония награждения профессорско-преподавательского состава университета. В целом в науке медицинской сейчас происходят удивительные вещи, поразительные вещи, опять же благодаря цифровым технологиям. Поэтому, уважаемые коллеги, нужно обращать сейчас очень большое внимание, помимо традиционных методов, помимо традиционных, уже конвенциональных так называемых методов и в хирургии, и в терапевтике, и в лечении новым подходом. Уважаемые педагоги, вы вносите большой вклад не только в медицину семьи, но и всей стране. Благодарю вас за то, что вы несете такую важную миссию. Одна из первых выпускниц – Райфа Иванова. По ее словам, роль высшего учебного заведения в становлении высококвалифицированных кадров огромна. Первая выпускница. Я радуюсь, что я до этого года тоже дожила. И радуюсь всем, вот все, кого я встречаю, это все фактически мои ученики. Они все прошли через мои руки. Поэтому я думаю, что и дальше, сколько смогу, пока я нахожусь в рядах, я буду стараться продолжать точно так же традиции своего вуза. В завершении мероприятия с участием делегации Японии состоялось открытие выставки плакатов, свидетельствующих о последствиях взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаке. Кроме того, в университете массово проходят научные конференции. Толшын Шакыртхан, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».